Всем здравствуйте! Вы на канале Фортуна ТВ. Звать меня Валентина. Сегодня я к вам с новым ритуалом. Ритуал этот делается раз в году в конце года. В декабре на убывающую луну нужно смотреть 7 раз, ну 7 дней подряд, либо 7 раз сразу. В общем, вот именно этот ритуал. Я бы, конечно, рекомендовала 7 раз, как бы, нужно смотреть по-правильному. 7 дней на убывающей луне, и как конец 7 дней заканчивается, так нужно 13 монет одной монетой на откуп. 13 штук. Вот. Лучше, конечно, десятки, поэтому я всегда стараюсь вот по 10 копеек. В общем, где-то тут у меня 10 надо найти. Вот. На откуп. Я по 10 копеек. Вот так вот. Меня просто спрашивали в комментариях, там такие непонятные были вопросы. Так, дальше. Нужно сейчас не 13 монет, а положить одну монету. Можете 50, можете 10, но не меньше. Нужно 50 либо копеек. Вот, видите, перед экраном, перед вашим, положить вот так вот. Это вот монета у вас заговорная. Вот. На остальные вы должны просто смотреть, а 13 монет по 10 копеек у вас должны просто лежать для откупа отдельно. И сейчас вы должны просто смотреть на монеты, на мои руки, и я буду просто читать. И этот ритуал избавления от нищеты, и будем притягивать богатство вот на эту монетку, которая лежит у вас перед экраном, надеюсь, вы положили. И я эту монетку заговорю. Здесь мы снимаем. Эта монетка будет заговариваться на богатство вам, на успех именно. И чтобы у вас был достаток. Потом, после ритуала, когда проведу вот эту монетку, которая перед экраном, вы ее просто берете, ложите в кошелек. И целый год ее нельзя будет ни тратить, ни разменивать, ничего с ней делать. Она должна у вас как талисманом быть, в общем-то, в кошельке. Ритуал этот у меня родовой. Я его сама писала, заговор. В общем, просто будем убирать нищету из вашего дома. В общем, чтобы у вас водились и деньги. В общем, достаток. Все, давайте начинай. Объяснила прямо в начале видео, как нужно что потом делать. Я когда скажу имя свое, называйте, мужчина или женщина, без разницы. В общем-то, будете имя свое просто называть, потому что я должна вам помочь. Называйте имя свое. Имя свое называйте.
Имя свое называйте. Так, я надеюсь, вы все правильно смотрели на мои руки, на монетки. И здесь я вам тут же зарядила эту монетку на богатство. В общем, здесь мы избавлялись от нищеты. В общем, на эти монеты вы смотрели, на мои руки. Все пустое лихое убрали с этого года. И только мы притягиваем в Новый год богатство, достаток, успех здесь будет у вас. С этой монеткой. Эту монетку сразу ложите в кошелек. Как просмотрите видео 7 дней. Нужно один раз в день 7 дней вот подряд. Если хотите, именно его смотрите сразу 7 раз подряд. Вот, если кому не лень, там, в общем-то, можете так смотреть. Но я как вот именно делаю 7 дней. В общем, один раз в день и 7 дней на убывающей луне. Сейчас как раз убывающая луна. Времени достаточно. Можете посмотреть. Ну, у кого, если нет времени так вот смотреть, можно, конечно же, и сразу 7 раз подряд посмотрели. В общем, самое главное, утку поднесите на перекресток 13 монет со словами. Через левое плечо 13 монет скинуть. Со словами «откупилась», либо «откупился», если мужчина. В общем, все я объяснила. И я была рада вам помочь этот ритуал смотреть в любой год, в последний месяц старого года, который уходит, да? В общем, раз в год. Он будет срабатывать в любой год, так что... Смотрите, получайте. Это будет еще один очередной подарок от меня вам. В общем, самое главное, про откупы не забывайте. Все, всем до новых встреч. Рада была помочь.